Прогнозы синоптиков неутешительны. Праздничный вечер будет дождливым. Но для тех, кто пришел на центральную площадь города Одинцово, чтобы отпраздновать День России, погода не имела значения. Здесь дети, молодежь, их родители, ветераны Великой Отечественной, иными словами, люди разные, но объединенные любовью к родине и гордостью за нее. Вот сегодня на площади было большое количество молодых людей, детей. И уверен и убежден, что среди них уже растут будущие Ломоносова, Кулебина, Гагарина, Циолковские, будущие люди, будущие ученые, которые потом будут прославлять нашу страну. А мы должны, на самом деле, передать вот эту любовь к нашей стране, этим детям, и сделать все, чтобы они гордились страной и работали не только на благо себя, но и на благо нашей любимой России. Час Х, 19:00. По примерным подсчетам, песню «С чего начинается Родина» исполнили почти 2000 одинцовцев. А подпевали им жители других городов Подмосковья. Патриотический флешмоб прошел во всей Московской области. С чего начинается Родина? С окон же горячих дали, со старой отцовской путевки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Совместным исполнением песни Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского участники флешмоба остались довольны. И даже дождь не смог испортить им настроение. Мы участвовали, пели, но зонтика не взяли, спрятались сюда. А хорошо, весело, нормально, праздник есть праздник. Как впечатление от флешмоба? Хорошо было, весело, интересно. Очень хорошее впечатление, рада, веселые все. Несмотря на дождь, нам тепло, интересно. Раньше задумываться над вопросом из песни начинали в школе. Теперь патриотическим воспитанием занимаются уже в детском саду. Юным гражданам рассказывают о символах России, ее историю. И хотя в учебниках она изложена примерно одинаково, ответ на вопрос, с чего начинается Родина, у каждого будет свой. И появится он, скорее всего, уже в более зрелом возрасте. Для меня Родина начинается с моего дома, с семьи, с детей. И с мамой, которая сегодня поехала, поздравила вместе с папой. Вот, и, наверное, с родной школы, в которой я тоже недавно был, хотя 25 лет уже прошло с выпуску. Вот, наверное, с этого начинается Родина. А дальше уже по списку все прибавляется и прибавляется. С порога квартиры, наверное. Вот выходишь, и вот она вся. Наша родная Одинцово и все прочее. И так дальше. Москва. С нашего дома. Семьи счастливой и благоустроенной. С нашего города. Город очень красивый, но немножко неухоженный. Народные гуляния на центральной площади города Одинцово продолжались до позднего вечера. И хотя больше никаких флешмобов запланировано не было, одинцовцы также дружно и слаженно продолжали петь вместе с артистами. Евгения Августина, Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».